Здравствуйте, меня зовут Елена. Сегодня я расскажу о монете, о материал палладий. Монета СССР, 25 рублей, 1990 года. Вес у нее 31,1 грамм. Редкий материал палладий. Монета очень редкая, в отличном состоянии. Вверху описание 250 лет открытия Русской Америки. И в центре изображен корабль. Также изображение самого Беринга. А внизу изображение покебот Святого Петра написано. На реверсе герб Советского Союза, буквы СССР, 25 рублей, 1990 год. В данное время это редкая монета, цена за нее достигает 200 тысяч рублей. В прекрасном состоянии, без всяких, без пятен, без царапин. Сейчас она в капсуле. Идеальная.